Поэтому попроси, скажи, Дух Божий, наполни меня. Покажи мне эти вещи. Пусть придет свобода. Если есть сегодня какая-то проблема, и она повторяется, запомни, здесь нужна свобода. Нужно получить освобождение и двигаться. Здесь нет ничего плохого. Закрывай свои глаза, поклоняйся. Пусть Дух Святой наполняет тебя. Дух Святой, мы ожидаем твое движение. На этом месте, перед вечерей, я прошу, подготовь наши сердца. Пусть сила Божья изливается вдвойне на каждого. Прикоснись, дожди. Я молю тебя за тех, кто упал, подними сегодня. Дух Святой, подними сегодня. Я также молю, исцели каждого. Пусть придет жизнь твоя. Жизнь твоя. Пусть это не просто будет служение, семья. Это движение Духа Святого. Позволь Ему прикоснуться к тебе. Позволь пережить эту силу, эту любовь. Если ты хоть раз прикоснешься, запомни, ты никогда не будешь прежним. Некоторые сегодня борются с грехом, но нужно просто принять эту праведность от Бога. Свою жизнь Дух Святой наполняет. Мы благословляем этот город. Пусть придет твоя реальность, Иисус. Пусть придет твоя реальность на этот город. Прикоснись, оживи. Начинай молись Духом, не жди никого. Соединяйся с Ним. Дух Святой, наполни нас. Наполни нас. Я прошу, прикоснись каждому. Пусть сегодня будет что-то особое. Это движение Духа Святого в России, в Москве. Жажда. Давайте сегодня как семья соединимся. Если ты пришел первый раз, не обращай внимания, не отделяй себя. Просто скажи, Дух Святой, прикоснись ко мне. Дай мне быть частью этой семьи, большой семьи, частью Бога. Наполни. Если есть некоторые вещи, какие мечтают, покайся. Попроси, скажи, прости меня. Здесь, сейчас исповедуй, не бойся. Пусть ничто не будет держать тебя от любви Божьей. Запомни, Он любит тебя. Он любит тебя. Какой бы ты ни был, Он любит тебя. Он умер за тебя и за меня. Не за наши дела. Он просто любит меня. Иисус, спасибо тебе. Я прошу, прикоснись сейчас каждому. Пусть каждый переживет реальность Бога на этом месте. Реальность Бога на этом месте. Я прошу, зажги каждого огнем своим. Пусть придет жизнь твоя. Пусть будут разорваны всякие цепи. Оковы греха. Оковы греха. Все то, что мешает и удерживает от славы Бога. От славы Божьей. Взывай к Нему. Поговори сейчас с Ним. Поговори, расскажи Ему, что ты сегодня проходишь. Расскажи об этой боли, которую ты проходишь. И попроси, чтобы Он исцелил, восстановил. Скажи, мне больно, мне трудно, но я иду вперед. Не сдавайся, никогда запомни, что бы ни проходил. Иди всегда за Ним. Как бы ты ни упал, запомни, Слово Божие говорит, что мы не можем, Он не может отлучить нас от любви Своей. Мы сами убегаем от Него, но Он не может нас отлучить от любви Своей. Запомни, Он любит тебя. Некоторые из вас, вы осуждаете себя за грех. Я прошу, простите себя. Здесь, сейчас и примите эту праведность Бога живого. Не нужно винить себя. Прими эту праведность, скажи, Иисус, вот он я. Прости меня. Прости меня. Очисти меня. Омой меня. Сделай меня настоящим сыном, дочерью живого Бога. На
настоящим и с сыном. Вся слава Тебе. Мы поклоняемся Тебе, живой Иисус. Я прошу, зажги. Пусть придет жизнь, пусть будут разрушены всякие традиции, где давным-давно нет Тебя. Мне нужен живой Бог, я живу, я люблю. Мой Бог живой, мой Бог живой. Иисус, Ты живой, Ты умер и воскрес, но живой, запомни. Которые мешают принять нам Божью правду, всякие твердыни во имя Иисуса Христа. Пусть будет разрушено всякое демоническое влияние во имя Иисуса Христа. Все цепи и оковы пусть будут сняты. Жизнь твоя, жизнь, предстань перед Ним. Поклонение в молитве, скажи, вот он я, возьми меня, используй меня, используй меня, семья. Запомни, мой Бог, он живой, я не служу мертвому Богу, я поклоняюсь живому Богу, Его имя Иисус, Его имя Иисус. Он умер и воскрес, Он спас меня, я благодарен Ему. Он живой, Он дает жизнь каждый раз. Каждый раз. Иисус. Его имя Иисус. Он живой сегодня. Для многих Он уже умер давно и не воскрес. Но Он живет, Он дышит. Он любит тебя, запомни, любит тебя. Я здесь, чтобы сказать, что Он любит тебя. Что бы ты ни проходил сегодня, Он любит тебя. Тебя. Что бы ни говорили сегодня люди в твою жизнь, Он любит тебя. Не слушай никого, слушай Его. Он любит тебя. Позволь Ему прикоснуться к тебе. Сегодня, здесь, сейчас, открой свое сердце. Направь все мысли на Него. Скажи, Иисус, я хочу прикоснуться. Иисус, я хочу пережить Твою любовь. Семья – это не служение мозгов, это служение Духа Святого. Отключи свои мысли. Позволь Ему войти. Позволь Ему быть здесь. Он царь царей. Мы здесь поклоняемся Ему. Поклоняемся Ему, Иисус, мы жаждем, жаждем Твоего движения в этом городе, в России, в бывших городах Советского Союза. Иисус, приди, оживи, оживи, мы молим Тебя, приди в мусульманские страны, Иисус, оживи. Придет твоя жизнь, прикоснись каждому человеку, прикоснись, пусть никто не погибнет. Прикоснись, Иисус, ты живой Бог, ты живой, живой, живой. Мы любим тебя, любим тебя, Иисус, поклоняйся. Говори им о любви, только так, как можешь ты. Не смотри на боль, продолжай идти вперед. Продолжай. Пусть эта боль уйдет. Поговори с ним, скажи, Дух Святой, мне больно здесь. Помоги мне, исцели. Исцели, освободи. Дух Святой, освободи. Прорыв. Я молюсь.
тебя за каждого. Пусть придет прорыв. Твой прорыв. Пусть придет прорыв здоровья. Пусть придет прорыв финансов. В отношениях родителей с детьми. Пусть придет прорыв. Пожалуйста, приходите, берите вечерю. Я хочу помолиться вместе с вами. Я прошу, приходите, берите вечерю, возвращайтесь, и мы помолимся вместе. Сделайте это все, не пренебрегайте вечерей Божьей. Иисус, Он умер. Даже если ты что-то сделал не так, запомни. Сейчас попроси прощения. Скажи, Иисус, я прошу, освободи меня от этой заразы. Пусть этот грех уйдет. Будь сегодня честный с ним. Не скрывай. Не скрывай. Не скрывай ничего от него. Что бы ни произошло, он любит тебя. Запомни. Мы сделаем сейчас молитву. Закрой свои глаза, я прошу, это очень важно, это необычно. Я хочу сейчас разрушить все традиции вечери. Я хочу разрушить эти традиции, семья. Давайте почтим его. Почтим его, его присутствие. Я прошу, если ты можешь, пустись на колени перед ним. Я хочу разрушить эти традиции, которые мешают принять Бога живого. Эти традиции принятия вечери, которые мы уже приняли, мы привыкли к ним. Я хочу, чтобы сейчас произошло больше. Пожалуйста, каждый, поговори сейчас с ним. Поговори с ним, покайся, скажи, Иисус, прости меня. Прости за эту боль. Прости меня. Закрой свои глаза, не ищи никого. Сейчас кто-то запомнил, он любит тебя. Просто поговори некоторое время и прими вечерю спокойно, вставай, дальше мы будем поклоняться. Это важно, семья, это разрушает все традиции церковные. Я люблю Бога живого, я поклоняюсь. Дух Святой, исцели нас. Исцели нас. Пусть эта боль уйдет. Пусть эта боль уйдет из сердца. Мы почитаем Тебя, Святой Дух, благословляем эту вечерю. Спасибо Тебе, примите это с благодарением. Поблагодарите нашего Царя, Царя. Аллилуйя. Мой Бог живой закон. Я не поклоняюсь мертвому Богу, я не поклоняюсь традициям религии. Я люблю живого Бога, потому что Он когда-то полюбил меня. Он когда-то дал мне руку и сказал, я люблю тебя, Сын. Когда-то вытащил меня. Я не могу его предать. Я не могу его поменять, потому что он живой. Я могу просто его любить. Спасибо тебе, любимая, за эту жертву, за эту Пасху, за то, что ты воскрес. Спасибо тебе. Пусть это останется в твоем сердце, семья. Аллилуйя. Пусть это не будет традицией. Сегодня привыкли к традициям, привыкли к учениям, но мы забыли живого Бога. Мы отвернулись. Нам нужна реальность, нам нужно возвратиться. Многим нужно сегодня просто покаяться за это. За то, что перестали слушать Духа Святого. И сказать, Дух Святой,
Дай мне сегодня услышать Тебя. Дух Святой, извини мою жизнь. Извини мое сердце. Прикоснись ко мне. Здесь и сейчас. Здесь и сейчас. Дух Святой, мы почитаем Тебя на этом месте. Давайте еще пару минут возьмем, просто побудем в тишине, поклонимся Святому Духу. Святой Дух, я прошу, пусть каждый переживет Твою реальность здесь, на этом месте. Пусть каждый физически сейчас переживет Твое прикосновение. Еще. Еще. Наполни. Закрой свои глаза, просто сейчас. Притянись к Нему, подними свою руку. Прикоснись к Нему. Еще. Исцеляй сердца. Исцеляй. Исцеляй. Исцеляй, Дух Святой, двигайся. Я прошу Тебя исцелить. Восстанови, пусть придет жизнь Твоя. Во имя Иисуса. Пусть придет Твоя жизнь, пусть боль уйдет. Во имя Иисуса Христа. Пусть придет полное исцеление физическое. Святой, 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 Свят
Зажег свою жизнь.
тебя не живу. Я без тебя не живу. Я дышать не могу без тебя, мой Бог. Ты захотел, ты захотел, я жила. Ты вернул меня в жизнь. Ты поднял меня. Я твоя жизнь, но я не оставлю тебя. Только
сердце. Исцеляй меня, очищай сейчас мое сердце. Исцеляй меня, очищай сейчас мое сердце. Очищает сейчас мое сердце. Исцеляет меня, 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 очищает сейчас мое сердце. Yeah.
под ноги. Здесь я слышу пение лилий у престола твоей славы. Славят множество святых, и как громы шум под ноги. Здесь я слышу пение. Слава Тебе! Мы не обязательно.
Твоя была. Нам нужен Ты, Иисус, воскресший, живой, святой. В нашу жизнь войди сильнее, Бог, мы открываем свое сердце, свою жизнь для Тебя. Наполни нас, полностью измени нас. Yeah.
наши убеленные одежды. Спасибо тебе, Отец, за то, что ты приходишь, за то, что ты приходишь в наши сердца. Ты дашь нам новую одежду просто. Угощайте Духа, молитесь на языках, но угощайте Духа. Поднимайте свой голос. Власть и сила в имени Иисуса. Поднимай свой голос. Не молчи. Церкви распри, церкви распри, церкви распри, церкви распри.